Ну, Рома говорил, что будет вроде типа он как слушок. Насколько правда, хуй знает. Ладно, просто спросить на этом, на вип-форуме. Ну спроси, блядь. На вип-форуме. На вип-форуме, блядь. На гей-форуме. Надо было так и сказать. На гей-форуме? А, да, так их, так их. Ооо. Ром, ты заболел? Мардам, ты чего, блядь? Гошан, ты чего, блядь? Все хорошо, Гош? Это, походу, устаешь. Мы тебя поддерживаем, не переживай. Походу, ты была не Марина Шиповник. Походу, да. Походу, я взял не тот таежный сбор. Припотики. Подожди, Заломаныч. Ну, пускай висит у тебя. Ну... Чё припотики такие дорогие? Чё-чё? Осколки сами себя не выставят. Так, надо Глеба суманить. Ой, суманить, да. Я тебя суманил. Закупился. Я тебя уже суманил. Блядь, я масло забрал. Хуй, не цель не дамажу. Я себе таких припотов наделал. Что, пацаны, скорее... если быстро закроем, на Джайну пойдем? Нет, конечно, блядь. Что такое Джайна? Что это такое? Согласен. Нахуя. Так а чё, вы мод в 4 хила захилите? По дамажу? Нет, ты хилишь. А где этот... Сиди хиль. Мордоворот. Мордоворот? Мордоворот сейчас зайдет, блядь. И мордоворот, кстати, будет, скорее всего, дамажить. Какой мордоворот дамажит? Ну, мордоворот же больше тебе даст. Да нет! Да-да. Он свой ЖПшник. Сосет. Там-то долгонок. Ты что? Вот именно! Так твоя карта сосет. Ебать, тебя опустили. Просто по кругу, блядь. Не глупите вас этого, блядь. Просто, блядь, по кругу, блядь, пустили нахуй. Костя, чё ты бафаешь? Даня, ты, блядь, примешь суммон? Я, блядь, пишу на вип-форум, нахуй. Иди нахуй. А-а-а. Сам иди нахуй. Костя. Катись нахуй, блядь, извини. Ладно. Кто это? Маленький пес полугодит. Чё ты бафаешь, говорю? Давай ты будешь бафать кулаки. Это что? Не, я буду бафать прото. Это что, дамажит наш? Ок, спасибо. Прото это прото. Спасибо, спасибо. А чего ты хоть один сокет не вставишь на меткость вот в шею, например? И поменял бы треню, делал нормально. Или тебе по кайфу? Мне по кайфу. Только освобожденка, блядь, на мне. Съебете хуесосы тупые. Блин, ну это же треня супер дерьма. Ты переоцениваешь просто сокет. Он не даст 152 меткости. Сколько, а сколько тебе не хватает? Можно ювелирный поставить. Мне не хватает... Кажется. Ой, блядь, не точно. Сейчас, знаешь, мне не хватает 30. Ну, это тренька с двухминутным КД. Ну, у меня вот 8,69. Мне нужно хотя бы один. Ну, вот кольцо и... Смотри, у него шея и кольцо. Это сотка меткости. И все, больше у него нет. Типа, смотри. А ему надо 276. Мне кольцо даст 50 меткости, плюс я туда полироль оранжевую ставлю на СПД. Дети, это гребаный мордаун. Кого вы смотрите? Я написал. Ждем ответа. А вы что, без хороший не вопрос. Где Мордаунд? Если они скажут, что мы ничего не знаем, значит будет. Мордаунд дрочит. Хорош. Не надо. На собак и на котов. А также еще на парку. Третью ору хоть забери. Ой, би... Ты там скоро раздупишь свою вагонетку? Кулак под друидом. Не будет. На. А кто у вас сказки дает? Да нахуй мне сумонить. А у тебя Катрисе вообще меткости, что ли, не хватает? В смысле, почему меткости? У меня 8%. У тебя 2 камня в меткости, еще 2 камня. У меня 2 полироли и еще и 2 камня, блядь, больших ювелирных. Ну. Ну как ты хотел, посмотри, на всех шмотках ни одной смотки с меткостью нет. Просто, понимаю. Блядь, ни одной. Понимаю. Я по-другому просто не могу ничего сделать. Я просто понимаю, как ты плакал, когда ставил эти соки вот. На меткость. Единственная меткость в кольце с Халиона. Вторая соки... меткость, это можно менять кольцо с РПБ, то есть на меткость с этого, с ЗС-ки. Ну, блядь, смысл в этом. Шило на мыло меняю. А чё Мордаун-то замутили? За шо, Гошана? Вы много пиздели на вот цифры не игру? Из-за котов, наверное. Улетел с двух ног, Вики, от Калиан. Блядь. Там еще один мод прилетит. Да все, прошу прощения. Это все, блядь, Катрися. Хелфи. Че я только пришел? Да ты меня забайтил, нахуй. Слава,
Куда ты отчет даешь, блядь? Блядь, ну не так ни это бафов, делается. Ни бафов, нихуя, блядь. Да, как даже это, баф как нет. Это не бафов? Я каски раздал. Охуенно, блядь, охуенно, просто блядь. Сидит, молчит, блядь, я каски раздал, а что все? Еще один мут подлетел. Все, все бафы вроде есть. Прошу, кто третий танк? Ну, видать, Слава. Слава хилит. Вон Катрися. Ну, Катрися может спекнуть. Ну, теперь ждем, когда на пулу, блядь. Синтек может в мишку спекнуться, если хотите. А ну, что, в 2 не затанчите или что? Ты и в 2 можешь. Вы в Т5, блядь. И чхо, блядь. Хочу третий. Посмотрим, что у вас, ваше 4Т5 стоит. 2 танка в 4Т5, блядь, в 3 танка танчить собрались. Да. Да, пап. Давай проверим. Но если уроните, хилы моча. Сюда. Окей. Ой, масло не на масло. Ой, у нас трех человек не хватает. Я флешку не выставлю. Нормально. Bone Spike Cast. Ясно. О, танк умер. О, меня нас взяли, танк умер. Катрися, резко. Ну, сейчас можно блэрить, пока крутится. Ну, пока крутится. Ну, вы долго стоять будете. Катрися, БРУ, Эвилаш. Разбафали, быстро. Капку, ласку, пристабав. У меня ревностный. Батя, ну зажал. Bone Spike Cast. Мэтт Фокс, БР, Талфира. У нас все, блядь. Нет, два танка не везет. А что, Ахрпал будет работать сегодня или как? Два танка не вывозите. Мы в два танка? А зачем мы в два танка? Бать на восьмой. Ну, думали Т5 заебись. Потому что мы долбоебы. Думали Т5 заебись, оказывается, Т5 моча. Хилы моча. Но там 4,5 секунды никто не хилит, так что... Остальные, блядь, подумали, что в три танка, наверное, надо. Кто спекнется? Глеб, давай спекайся. Ну, по-моему, шмот в банке. А у тебя... Шмот в банке? А у тебя мораль танк нет. Я не видел. Там вроде синтак предлагал. Чем могу помочь? У него же нормально. Пускай Мурлокос тогда спекается. А ты в хпала спекайся на ребро.
5 хилов. Чё-то 5-то не решает. Волонир не решает, видишь? Натуре. Ты в ДД, не надо, да? Сиди домаш. Вадикон, а ты что, за проходкой? Че за брини? Да. Твой шкаф. Я же в прошлый раз сделал 4 босса. А, у нас ни одного мага нет. Ебать. Ставьте джист, там просто. Я частицу навела, чтобы подержу, ты на это, на Мурлокоса закинь. А морда, Артём пишет, что может ему на мага зайти. Больше в маге даст. Да не, пускай уже сидит. Ну и маг инту бафает. Ну да, мага ни одного в рейде. Вадиком. Здесь, я здесь. Я минут через 30 ухожу. Bone Spike Cast. Bone Spike Cast. Bone Storm Cast. Лёха, текай. Да он меня не убьёт. Лисы. Чё там, крутите ХПС. Ладно, то хоть попизди, хоть что-нибудь. То гробовая тишина такая. Тебе надо спек хила сделать. Мне? Да. А что еще мне сделать, блять? Ну, чтоб попиздеть, когда хилишь. А че, Волонир не вывозит, да?
Слева шип. РДД переверни. Bone Storm cast. Bone Spike cast. Шип убьем. Bone Spike cast. Вась, в лужах стоите, конечно. Ну чё, тебя в хил аспектнули? Да, да. Ну, Жары, Волонир не выводит, да? Катрисия, Иннер в Транквил. Остальное там нормально. И Катрисия тоже закинь еще Иннер в Транквил. Слева, на шипе. Друид инвалид, давай Иннер в стелс. Бля, сука. Да раз. А, не бей, я далеко хала. А, нашел. Чил на шипе. Сместитесь чуть от лучше. Матфок, Иннер, Транквил. Шипы бить. Вот тебя Леха полюбил на шипы сажать, да? Не только меня. В прошлый раз он меня... Шипы, шипы бьем. 5 раз подряд сыграл. Опа, вот он. ГЦ Леха. Почему? ГЦ. Ну потому что ему некому тут забираться за ГП есть. Стелси, Заломаныч. Они, Заломаныч тебя перегоняют? Да. Стелси нет. Стелси нет, Заломаныч говорил, уступит тебе. Вой себе забрал. Нормально. А чё, приор-то есть? Ну, надо. Если надо, чё бы и нет. Баклер надо было брать. Так, чё, я обратно спекаюсь? Или это твой тоже это хочешь спросить? Да, окей. Ну, он пусть Глеба танчит, я подудышу. Я тебе говорю, у меня нету спека. Не пизди. Я тебе серьезно говорю, шмотки есть, спека нет. Не за... А ты чё, ПВП-шный сет сделал? Ну, конечно. Да и типа я так в танка спекуюсь часто, прям что...
от этого спека смысла и не было. Иногда очень редко. Раз в месяц. Что, Костя, делай себе хилоспек еще. Угу. Что еще придумаете? Еще волонер тебе собрать. Можешь придумать, короче, полу... Прото... Хилоспек какой-нибудь. Будешь тачить или сразу. Это типа шокера ты имеешь. Ну возьмешь, короче, все руки в ланир, щиток, и ты 5 на танк будешь танчить. А если взять 2-5 на танка и 2 на хила, они будут работать? Ой, круто ты придумал, наверное, да. Все, Костя, есть задача. Гибриды сделать. Я сейчас скажу, увидишься нахуй. Ты там это. Давай без этого. Размут. Спасибо, наверное. Мурлокос. Ну да. Ставим этот патч на духов. Сейчас приду. Надо трэш дочистить и ставить. Да, надо трэш дочистить, потом ставить. Пипа будет? И как, дом ГП тоже как, будет. Как вчера за ТТГ-25. О, я знаю. Я после кораблей в ДД спекнусь. Пусть Мурлокос танчит. Нормально ты это придумал. Ну, у так... тебя есть банка на ХП алкашная? Есть. Так. И дай обмен. Спасибо. Ну, Мурлокос в звездочке. Мы с Юлей в кружке. Ладно. А это... Ну, ты... Я буду трэш держать? Да, да, ты трэш на второй фазе держишь. Ок. Юлька вообще дамаг не лутает. 200 тысяч от ребра на утонул. Следующей шеи не будет, как я говорил. Хулидрин клям, а медведь лям 700. Надо на медведя было 2 частицы кидать. Так, у ДК в Т5 там же вроде... Там абсорб. Просто. Почему? Я получил 2 миллиона. Кому на пул для ДПСа? Не, это тот урон, который проходит, типа. Который проходит. А, этот? А это все засчитовано. Это на боссе никто не сидит, ну кроме Роги, пускай один Рога сидит. ШПшники по трэшу помогают, и так и два тела нету. На боссе они никогда рассиживаются.
Только Трис, я не знаю, ну смотри сам, короче. Трэш быстро сдержан, блин. Так, кто там? Вот Фокс, квадраты. Катрисия тогда вон в кружке будешь играть, потому что, ну, чтобы быстрее приверженцев сливать. Треугольники контролишь, а друид инвалид луну. Контроль людей самое важное. Если даже вихрь кинули, все равно кидайте остальные контроли. Фиры, там, превращение, жабу, всю хуйню. Че, не восприимчивость на вихрь была, ничего, вставал кьюз. Катрисия. Ризан, вставал кьюз. А вела мне контроль. Сухало бьет. Все. Сталку юзу. Не люблю щиты. Трэш, я попытался дать жабу, но Глебе не воспринимает. Трэш, 3 секунды. Как ты бьешь не люблю щиты, Хэла? 20 тысяч. Я ни в трэше, ни в мобе, нигде не... Не у босса. Катрисия, почему вихря не было по призу? Треугольник твой. Он в муте. Нет. Ну, блядь. Потому что, блядь, невосприимчивость. Я видел, ты у босса был. Ты выбегал хоть? Там шалфира надо подумать. Фокс, риса шалфира. Лапку, каску, пристабав по нему. Надо стопать. Уже сейчас перейдет. Выйдет еще пачка. Ебать, три пачки. Ну, еще ебано. На пульщики, блядь. Геру дай. Туннельщики, ну. После трэша будете... Духи, духи, духи. Контрольте, пожалуйста, за Ломаныча, ребят. Сейчас нас трэш за контроль вместе с духами. Видимо, все нахуй. А чё, все, пачка духов не пашет? Работает. У меня все нахуй почему-то не работает. Могу новый скинуть. Мобов играем. Скинешь потом? Я сейчас с другой стороны буду, да? Билет милишный. Билет милишный. Вообще нихуя не видно их. А, сейчас закидываю? Слева трэш. Мне он был очень давно. Очень давно удаляется. Трэш, повернитесь, убейте моба. Ставь 5. До этого КД у меня, блядь, 2 месяца никого не удалялось. Или 3. Блядь, не знаю, милики забейте. Не бейте, ДК. Spirits. Если ты через ланчер обновился, он удалился. Катрись, резай Вилони. Spirits. Там милишные мобы. Я не могу их знать. Разбафать и лапку. Лапку, каску, присобав. Призом вставалка есть? Нет, он вставал уже. Могу мораль резать. Тогда дроид инвалид резай. Законтрольте. Авеланию контроль. А, успели. Вайда не убить. Трэш иду. Дух боссом, дух.
spirits. Сэджи, не убейте. Прохи. Фанатика, добей. Дайте массейв какой-нибудь. Spirits. Бардадеп, дух появился. Аккуратней. Ставь стелси тотем, его на мало. Мэтт Фокс, Иннер в Транквиллу. После контроля. Блять, Гоша фиранул. Квадрат далеко. Ой. Трэш сыграли, быстренько залили. Бля, два духа в центре. Спирит. Бать вас Транквилла вывозит. Или по красава. Ну, 2-5, да. Друиды тут 5 тоже у дерева. Около людей. Два в центре. Трэш бегут. Контроль быстро. Блять, не уешьте, не уешьте в миле. Под боссом дух. Контроль, контроль. Транквиллу не проебите только. Под боссом дух, быстро. Проклятие снимите. Спиритс. Спиритс. В центре. Контроль. В боссе дух. Два мана сейчас законтролите? Угу. Спасибо. Трэш сыграли. Кружки. Илюх, иди спрыгни жабу. Угу. Спасибо. Под боссом дух. Spirits. Под боссом. Или отводи, отводи. В центре один. В лезе летит один дух. Под боссом прям. Контроль. Блять, бабл зависит. Под боссом. Трэш сыграли. Снимается. Без руки. Spirits. Этот мобов. Spirits. В центре. Один дух в леди бежит. Не добежал. Контроль. Мурлок, Иннер в Транквилл закинешь? Дал. Хорошо. Фанатика разверните. Так, Катрисия, Иннер в Войда. Мэтт Фокс, Иннер в Стелс. Спасибо. Мордаун бич. Могу резнуть. Дух, дух, босса бежит. Давай, Войда, резай. Мурлок, Войда, резай. Лучше законтролируй. Добивайте треляну. Тут уже паладина, конечно, бля. Какой не боссе дух. Взял меня, убил. Трэш, забирай. Могут ли панцы сливать или нет? Ну, может, откадышиться в контроле. Бегите, дух. Можно я квест заберу, да? Ты забирай. Опа, Витя приехал. Сейчас кому-то в окно махать буду. Чё, это леди с первого трая? Он сейчас как раз курить будет, нахуй. Это называется 2Т5 на ДЦ. Сейчас фоткаю его, нахуй.
Меня зовет курить, блядь, я уже покурил. А КП, я не люблю щиты, за что? Скажи, пусть, блядь, заходит нахуй. Да у него здесь на РТ. Он там со своим... Да не ебет, блядь. Врубаем видеокамеру нахуй. Съемка запрещена, камеру врубай. Стрим можешь включить. Ты мне расскажи, как 20 тысяч... Нахуя? Как 20 тысяч урона по хэлла нанесли? Блинка не с хэлла смерти. Там тебя хуярили точечно. Я не понимаю, как так можно 20 тысяч нанести. Ну да, прикольно. Просто, ну, первый раз такое вижу. Ну, меня кинули в страх. Я побегал там 5 секунд, а потом расхуячили. Как только я из страха вышел. Ну. С первого раза убили, нифига себе. Хуя, да? А, и минус 20. Пол рейдов Т5, я тоже удивлен. Мне казалось, только в Т6 можем с первого раза убивать. Какие пол рейда, блядь? 4 игрока у тебя в Т5? Осколок там. Ну, кому-то по 4. Да, там осколок. Артём, за что ГП дал-то? Ты глухой, что ли? А я не услышал, повтори. Я же говорю, Хэлла охуярил он. Да какой дух? А, Хэлла захуярил. Хэлла захуярил. Как? Ну, он молчит, типа, я хуй знает. Ничего не говорит. Вон он в Диси тоже, видать, мутанулся. Ни ответа, ни привета. Никто не замутанный. За то, что расхуярил. Ну 20 тысяч. 20 тысяч просто. Как это объяснить? За что ГП, блядь? Что за вопрос странный? Как ты хуярил? Я перепутал просто. Чем это было? Леди с Хэлла перепутал, подумал. Тем более он отбегал в центр куда-то. А мобы вообще слева, справа. И босс еще есть. Юля, давай на нашем, я туда полечу. Ну я нахуярил тоже так-то нормально. Целый лям. Ты, у тебя лужа, ну... Ну да, там лужа. Мне 900-ка одна, получается. Другая 200. Да, получается. Получается, да. Ну а потом танка опять. Да ёлпал. А кому сейчас легко? Не запускайте. Там же третий танк только на принцах нужен. Нахуя? Не знаю. А зачем мне тогда потом спекаться опять? Я просто спек... дамажить будет. А, понял. Я чё думал. А чё, 35к ДПС на дороге не валяется? Темное сокрушение, что это такое? О, престол. Массовое? Сопля. Это массовое? Сопля, да. Массовое, да? Так ты в трэше сдох или в центре? По-моему, в центре ты сдох. Я в центре стоял, я говорю, я как бы ни у леди, ни у трэша не был. Я просто говорю, спрашиваю у этого, у престолов, темное сокрушение, это массовое? Это ракета. А, это ракета. Ну, массовая она, нет? Ну да. Ну, есть. Почему она в меня полетела, я так и не понял. Может быть, моб пробегал, он её кинул. Может, через может, тап. Может, да. Тут тап уебанский, тут тап уебищно работает, возможно, просто через тап. Да. Вот почему я никогда через тап не выделяю. Не знаю, у меня просто привычка через тап выделять. Да, так намного проще мультидотать и тому подобное. Угу. Уже тоже за столько лет. Но тут типа тап уебищный, он по идее должен выбирать ближайшую цель, а может выбирать дальнюю цель, блядь. Он следующую выбирает, а не ближайшую. Ну, видимо, классно он следующую выбирает. Как определить следующую? У него это, видимо, рандомно тут работает. Ну там да, там чисто рандом. Потому что мы тут... когда РБК проходили, я через тап сам переключался.
По идее, должно выделять цель в пачке, которая рядом со мной стоит. А мне выделяла цель, которая стоит у хуй знает где вообще. Непонятно. Да. Таб ну, непонятно работает. Я сейчас табаю, вот смотри, к мобу. Ближайшие две цели выход захватываю табом, которые ближе ко мне. Не выделяется. Я без понятия, Жирыч. Он на рейнже, кто у тебя ближе, тех и будет выделять. Я просто говорю, как у меня это было. Это что там и у меня было. Он не может выбрать нахуй цель. Он выбирает цель, которая у тебя там хуй стоит где. Не, Лёх, он может такое выбрать, потому что... сломано ведь. У меня просто было такое не один раз. Вот я стою, на рендже только выделяет все. Ну... мне кажется, типа, у него бывает такое пролаг выделения. Типа, не, оно ж не постоянно, но пролаг бывает. Ну что-то смотрю, блядь. Думал, Юля там стоит на том корабле. Говорят, одна пушка не работает. Сломалась? Нет, просто не сел никто. А, нормально. Ну, у нас Т5, так что можно, в принципе, в 4, в 3. В 3 пушки. Ну, хоть часто работает? Да, я сел, короче. Т5 все прощает. Ну да. Да? Это как он умеет, если ДПС прощает? Да у нас нет, Т5. Там и не прощает. Не, ну прощает. Давайте, наверное, улетать. Окей. Окс, съебались. Съебались, ты? Да. Ты чё, зачкал? Там кто-то один, конечно, стоит. Его сейчас убьет, если что. Оп, наш оп. Паладин в Т5 зачковал. Зачковал натурно. Без дискорда? Кто? Он без дискорда. Кто? Не летите. Он стак еще не скинул. Скажешь, когда скинется. Без дискорда. Вышел. Не, Ромчик, у нас еще два слота есть. Блядь. Все скинул. Да, Рома. А ты как хотел, Роман? Слушай, ему сказать, ура, есть слот. Еще подамажу. Я надеялся, что выпал. Думаю, сейчас нажрусь таблеток и буду сидеть слушать вас. Нажрусь таблеток, осуждаю, Максим. Лил Пипа тогда слушай, блядь. Лил Пип, да, так уже сделал. Нажрался, конечно. Я уже нажрался. Понял. 4 таблетки с адалбина за раз, чтобы наверняка. Я так понимаю, ты просудился, что ли? Я чисто сиропчиком запил, ухуяк. На всё, весь день мигрень ебаная. Он тебе не только мигрень пропадет, блядь. За погоду, блин. Хз, я его видел, я его атаки нахуй. Это старость. Это все, Рома, ты называется потихоньку рассыпаешься уже. Есть место? Да, есть. Есть, два места. А ты можешь два слота занять, пожалуйста, человек, который спросил про место? Надо три занимать. Вот Рога пишет, ему нужны штаны с тухлого. Ой. Вперед, король бичу. Вот берите Рогу тогда и Миндарка, если турист там. Молоко спекайся. Как раз сейчас телефон включится. Мобильный интернет запущу. Я понял. О, эфире, кстати, Сэджо хотел. Два штуки тебе. На те два. На протрубу, да, Сэджо? Это деду надо. Бля, я думаю, я так хотел, чтоб Нека выпала, блядь. Капы собирать, заебись. Ебучачье колечко. У меня, кстати, с обычки есть такая на Эли Мишея. Вань, кинешь, Патя? Да, у меня такая с обычки тоже. У меня ассиста нету.
Гильдию плюсуй. Типа, схема, она прям супер хорошая. Я бы еще, мне сейчас еще и полироль бы поставил на мет. Насколько у тебя все печально с меткостью? Да. О, Войт разошелся и кольцо. Да, так и я про это. Стоит, курит, блять, палит на меня нахуй. Можешь так багруху не брать? Чью угрожает ничего за окно на что ли? Ты выше, Ваня. На 10 сотых. Я там 77. Ну, на 9. Этот. Я просто не обновил. Можно пойти? В 3 хила. Обломал нас дед с Лёхой, блядь, по щиту, конечно. Да ладно, чё? Мы уже с Лёхой разошлись, я жду, он, давай, Лёха, на ролл кинем. Дед такой, куда? Притон, поставь шкаф. Этот, кто он? В 3 или в 4? Давай в 4. Короче, в ретрика спекнусь. Куда собрался, нахуй, по кухонному? Куда, блин? Вырулил, нахуй, забыл. Натуре, хиль теперь! Нет, пускай хилит. Тут можно в 3 хила даже это хилить спокойно. Ну я не знаю насчет троих, стелси, друтинолит, в принципе, должны вывести. Ну. Давай Мордаун. Ну пусть уже, ладно, в 4. А, ну. Давай Мордаун быстрее убьем. Хотя Мордаун мало дает, да? Ты тут, Мордаун? Ну, с долгоногом, должен нормально давать. А, натуре, кстати. Это нормально. Натуре, кстати. Переоценивайте долгонога. Мне кажется, долгоног это топ-3 не на сервере. Натуре. Не было руки. Сектант пиже. Не было. О. Халява. Так, в этом зале я руку с ударком, да? Не беспокойся, я после орка уйду. Роги только пару боссов нужно. Бродика, ну ладно. Чуть не так, что-то опалить. Заодно, кстати, чекнешь ДПС снова, раз это. Есть с идолом. А я на ДПС. Что-то Вадикон с концами, да? Что, по поводу? Уходишь сегодня? Да, позвонили. Уезжаю. Покажите основу посоха Ронина. Ну, покажу я ему свою основу. Принимайте и это. И давай быстрее, чтоб ты еще кровь не упал. Да, мне это сразу лети, Горан. Запустил. В смысле? Какой кровь? Давай основу, бери квест на кровь. Тебе кровь сразу с чумы отдадут. А, ну, после орка тогда. Ну да, пешком добежишь. Докатишься. Докачусь, да. Проверяйте, нахуй, 18 тысяч сурка сейчас будет, блядь. Да, не больше 20. Не больше, не меньше. Меня прям лемы интересуют, блядь. Какой там шмот, блядь, и... Ну, нам не надо, не лезь в это болото, деда, не надо. Не, да мы штаб, блядь. Т5. Т5 только, блядь, разве что. Да мне до Т5, нахуй, я, блядь, буду года 2, наверное, еще без Т5 играть. Ну, блядь, 265 плюс 18-20 можешь давать. О, блядь, ротацию мне напомните на ретрика. Что там первое? Смысле, комбат прокнул. 1, 2, 3. А, я понял, сижу, я вижу. Пассивка захуячилась. Я вижу. Класс. 1, 2, 3. Как тебе с Эмкой? Ноль сидит. Охуенно. Особенно в бою. Этот, слышишь, сколько силы атаки я вела на их улюдринку? У меня 9,452. 8,800. Ой, блядь. Все, пизда. 9,284. Что, пизда вам? Так тут не в силе уже дело, деда. Похуй. Скилл уже пофиг так-то. На, поебал бы хлеб! А, блядь, лужа у тебя дамажить не будет. Е, блядь, испугался. Ебать, он типа ебучки хлопнул. Просто леща отцовского. Чисто с ладошечки такой, чтоб аж потерялся. Мне вот интересен приоритет, что важнее, дать правосудие, которое лучше неподвижную повесит, да. Или это, освещение подождать. Прям интересно вот это. Ждать смысла нет. Ждать вообще не надо. Но освещение это, видишь, первое в рекаунте. Такие моменты бывают, хоть поймешь.
нахуй. Ты как, Лёв? Ну, решил переключиться на пол. Ну давай, стал моба. Да, была. А наш КД полчаса, ты чего? Да. А я пойду чайку на ней. Давай, давай. Ой, еще. У тебя в 25 вообще мана не садится. И тебя. Ну, хули, этот ранг чуму не юзаешь, блять. Ну? Совсем другая ротация. Да, тот вообще не используется почти. Ну, ладно, не умирать. Нельзя. Бля. Почему вы, типа, не срываете трэш? Я трэш срываю. Просто когда опять появляется, мозг, ну, IQ уменьшается. У Глеба нет ТП. Нет, так какой, блядь, IQ? Ну, Woman смотреть, например, IQ. Трэш, типа, да. Появляется, и, блядь, от луж он агрится, все. Ну да. Расскажи. Ну, блядь, расскажи. Получается, больше вас награда даю. Получается, перед ДПС летяем. Ну, только хули Дринк остался конкурент, сейчас его еще разъебет. Ага, ну, сейчас расскажи мне. Че, нет, что ли, разъебет? Что важнее, экзорцизм или правосудие? Думаю, экзорцизм. Что вершит судьбу человечества в этом мире? Некое незримое существо и закон. Ты ничего, я сыт кого-то. Ты пересмотрел этого? Я не помню, откуда это, блин. Ой, чё, почувствовал? По-моему, из вообще тяжко. Ну, когда брессерк. Во время появления, когда даешь. Да, спасибо, брессерк. Да, ну, когда жестко, может убить просто. Можно, Инер? Вот, Костя тоже прочувствовал. Ну, что, алкоголики не упадать? Ну, так оно само. Чё будете, блядь, нахуй? Катрися, да, и БР. Хочешь обратно обогнать? Сейчас подождите, обгоню, блин, давай, БР. Дроид инвалид, дай БР. Я еще 400к войду, дайте там, ну, набить. Ну, на туре немножко давайте осталось. БР. Суки, на ну, блядь, тварь, нахуй. Ну, блядь, напизделись. Тоже убило будет. Ну вот. Какая же жалость. Ебать вы вообще, конечно, это просто пиздец. Кринж. Судьба ретриков, нахуй. Вы там что-то про IQ... Срывать трэш просто. Слышишь, про IQ что-то говорил. Ну, походу, блядь, в Т4 тоже IQ уменьшает. Уменьшает, да? Резко ноль становится. А вам нахуй циферки IQ уменьшает. Вы что, забыли, что в Т4 набор агравы ебанутые, блядь, несбалансированные? Да, наверное, надо в Т10 играть, там нормальный набор агра. Так тема в том, что даже если ты до трэша прожал эти лужи, блядь, то тебе все равно пизда будет. Там пиздец, да, заебал этот трэш, нахуй. Стелси, ставь тотем, давай, не зыбку. Мордаунт на ману. Транквилла на ману тоже читай. Мордаунт на ману, блядь, Диси. Мидарк на ману. Транквилла на хп читай. И это тоже читал. Ебать, еле-еле душа в теле 19 тысяч, нахуй. Это просто пиздец. А все равно, блядь, деда сделал. Нахуй ты там сделал, блядь. Воин охотник. Бриза номер, минус тренер, блядь, чё. Воин охотник шаман. Тупо. Да если б не сдох. 7.5%, она должна 10 дамажить, нахуй. Че, я, наверное, возьму себе, если там не надо ни ханта мне. Его. Разорвать апнули в два раза. А на теперь не первом месте. Ну, поздравляю, блядь, ГЦ. Доброй охоты. Теперь на прошлом РТ, блядь, мой ДПС посмотри.
Что-то спойлер, он такой же, как у тебя, нахуй. Порезали, походу. Один ДПС, блядь. Порезали, блядь, призана разрезали, нахуй, напополам. Порезали просто. ТП. А призан просто умер, наверное, да? Ну, он умер, у меня кружка, все, нахуй, бесполезный тренинг. Кружка в помойку ушла сразу. Нахуй, ёлка. Нахуй, не буду больше брать, блядь. Там, Иваром, у нас, по-моему, хантом не Иваром. Ладно, давайте, удачного рейда, я пошел. Счастливо, да, на связи. Я бы забрал бы просто. Спина надо кому? Кого? Заходи, Рома. Что значит не хочу, блядь? Одну секунду, я за руку. Давай на паладина заходи. Ой, чё? 3D, 3D. О, это мне надо, вот это деду надо, нахуй. Так, вот этот на, и еще два потом дам. Вот этот, говорит, на. Иди вниз сейчас. Иди сразу обменивай. Сколок был? И там ГБ поставь. Было сколок? Бля, я тут ГБ поставил, вот. Ну, вроде сейчас, нет. Сейчас я дам этот плащ. Я подожду. Так, Мэтфокс на хила. А, хотя еще шматки нет. Ты Даларан будешь... пойду, чтоб... Да, помню. Сейчас мне дед даст ДС, и я Даларан пойду за кустом. Короче, ладно. Нахуя вопросов задаю. Был осколок? Пишет Юля. Был в сундуке, я не вижу. Ты не должен. А, ну да. Иногда видно, блять. Ну если типа лутает кто-то с типа квестом, да, то не первичем ты. Быстрее. Если она первая лутанет, да, то ты увидишь. Так, где ты? Можно, чтобы она лутала просто с... и боссов, и сундуки. Mm-hmm. Когда ты видишь будешь. Я могу лутать. Так, я пошел за квестом. Да, открывай. Че, Валик, можно сразу отпиздим? Да, пиздите, Валик. Все правильно. Угу. И лучше отдай, потом из зеленого. Так потом перед лечом будем 3 часа ебаться с этим. Ну шо, я вам на ровистике кидать ебать. Воровист, заходи на Вархиля. У вас же есть свой лайт, с Валаниром, шикарный такой. Страшно. Ты тоже скоро с ним будешь. Ну вот как будут опять. Давай заходи. Ладно. Пиздец, нахуй подписывайтесь на Валанира, конечно. Этот. Сука. Ну вспомни, лаз печенька на шамане осталась. Ну это еще и приора на багровку нет. Ой, плак. Ужас. Вальк убьем. Алло, куда погнали? Вальк убьем. Не понял, сквозь стену пролетел. Не в Дисе, что ли? Ну, она большого там. Я захожу на Палакина, если я что. Я же не сиджу. Напулил. А у кого там сдается этот квест на посох? Там, где охота берется, да? Да. Угу. То есть ты хочешь сделать посох на шамана? Угу. Почему бы нет? Ну, у меня, кстати, сегодня есть хорошая новость. Я же по городу очень-очень давно искал, где в бильярд поиграть. Когда узнал, что тут нет ни одной бильярдной вообще по Лунынии. И да, все было, да. Не, я сегодня познакомился с владельцем одного мебельного магазина. А у него, короче, подвальчик со своим бильярдным столом, киями и всем-всем-всем, что надо.